Не будем спорить, что лучше, классика или популярная музыка. Предлагаем наше интервью. Скажи, поп-музыкой увлекаешься? Только ради развлечения. Значит, поп-музыка только ради развлечения? Да. А классическая музыка? Классической музыкой мы занимаемся профессионально, и это, в общем-то, пол нашей жизни, если не больше. Скажи, значит, для тебя классическая музыка – это способ выжить? Ну, конечно, да. Это хлеб? Хлеб, надеюсь. С маслом? Ну, можно рассчитывать, можно надеяться. У кого-то бывает и с икрой даже, говорят. Ты собираешься стать профессионалом? Надеюсь. У тебя абсолютный слух? Говорят, что приличный. Ну, ты можешь определить любую ноту на слух? Ну, могу. Что за нота? Соль. Гениально. Я, правда, не знаю, что это за нота. Нам часто пишут, приходят фонограммы, письма, что люди хотят петь на...